Всем привет, ребята, с вами я, Саша, и сегодня мы поиграем в Adopt Me. Да. В Adopt Me Roblox. У нас давно не было Роблокса. Не, он был, но... Ну, это, по-моему, еще летом. Так-то. Это еще было летом. А сейчас уже осень. Ну, Adopt Me уже очень давно не было. Вот так. Ребят, я тут купил себе новый домик. Могу показать, он еще не готов. Так. Спасибо за 20 баксов. Че все тут у меня прижились-то? Кстати, я хочу достать своего котика. Да. Нет. Тут его лежанка, сейчас покажу балкончик. Я хотел себе дом с балконом, потому что... Кстати, это новый дом, вот она. Напротив дом, как у меня, только у меня он... Бордовый? О! Так тут три дома. Ну, короче, я хотел себе такой уютненький домик. С балконом. И, ну, такой, как раз еще и новенький. Вот как раз мне выпал вот такой. Я смог заработать спокойно. Я продал некоторые... А, это велик. Некоторые дома, которые у меня были. Купил я вот этот. И, кстати, вот мой котик тут нарисован. Если кто видит. И давайте я обязательно зайду. На всем уже все показал. Прямо я сюда уберу. Так. Господи, кто здесь? Кадива. Кадива. Че? Камила. Кто там? Белла. Лоли. Ты Лоли, что ли? Да, ребят, я бы мог назвать своего вот этого кота Фредди на русском бы я мог написать, но получилось так, что тут русский язык, конечно, не очень принимает. Я, конечно, могу попробовать еще раз при вас. Если получится, то я буду очень рад. Берем сейчас... Фредик. Откроем. Видите? Он просто вот эти черточки дает. Почему? Я не знаю. Вот еще раз. Давайте попробуем. Нет, ребят. Не дает. Смотрите, Фре, он не дает. Может просто Фред написать. Ну сколько видео идет? 3 минуты. 3 минуты уже много. Да, ребят, нам на фоне сзади у меня стена, да, потолок. Вот. Только не думайте, что я такой высокий. Нет, у меня просто кровать двухэтажная. Что странного? Ну да, может, я тут с лестницы спускаюсь, немножко я такой. Ну, короче, не важно. Нет, я неправильно писала. Да чё? Не дам крокодила. Замечательная пара людей. Вот что тут крокодила-то? Так что, я вам дам хороший совет. Очень хороший.
Разорвите на напополам. Да и все. Что такое? Тут. Нет. А, ну окей. Ну вот, что умеет. Ах ты ж, я у него дома, я хочу домой, мама. Мама, я хочу домой. А, вернись мне домой. Где мой дом? Не хочу уходить из своего дома. Мама. А вот и мой домик. Не знаю. Ребят, напишите мне в комментариях на моего котика, потому что Фредди, он не хочет давать Фреду, он не хочет давать Фредику, он не хочет давать. Не знаю, что он еще не хочет давать. Неважно. Опа, тут все фэмили. Белла. Что, разорвали уже крокодила? Так, ребят, пошли. Котя, иди сюда. Сейчас будем. Я, конечно, Саша попробую. Блин. Саша. Он меня бесит. Вы понимаете? Просто бесит. Так. Иди. Вот. Кот. Ради кот. Да почему ты... Как пишется по-английски Фредди? Пишется Фредди по-английски. Ща. Фа-фа-фа. Фа. Ре. Нет. Чё я пишу? Фредди. Ди. Я же правильно написал? Ребята, пишите в комментариях, правильно написал или неправильно. Если правильно, то скажите правильно. Если неправильно, то скажите неправильно и напишите неправильно. Надеюсь, я правильно написал. Я хоть немножко знаю английский, но прям писать вот именно слово и первый раз хочу написать. Надеюсь, я правильно. Напишите в комментариях. А, все, да. Фредди кот. Ох ты! Так. Ку-ку. Так, что мне здесь нужно? Что мне тут нужно? Что мне тут нужно? А мне нужно. А, я да. Так. Нужно тут поставить какую-нибудь детскую. Штуку. А восемь. Так, мы ее развянем чуть-чуть. Вот так. И поставим вот здесь.
А, как раз там еще 6 минут надо. Ты сиди помойся, короче. Иди мойся. А мы сейчас... А мы сейчас поставим вот здесь какие-нибудь... Двадцать пять вот эти штуки, пальмы. Люблю пальмы. Это чё? Тип такое украшение, да? А куда листа? Тут пальмы сделать и всё. Именно в этой комнате мне еще две пальмы надо поставить. И вот так здесь все что. Блин. Только на одну пальму хватает. Мне на одну пальму, короче, не хватает. А так, мне кажется, нормально получается более-менее. Так. Да, ребят, вы думаете, почему я на второй этаж ничего не зарабатываю? Потому что я сначала делаю первый этаж, а потом уже второй. Да, ребят, я всегда в своих видео букву R. В принципе, я не выговариваю, и в видео я ее тоже не могу выговорить нормально. И получается то, что у меня... Это буква, это такая, детским голосом говорится. You know. Так что... Так что, ребята... Не ругайтесь на меня, то, что я там какой-то двухлетний чмошник. Не знаю. Кстати, я сейчас вам покажу, что у меня есть там. В принципе, в моем инвентаре, на рюкзаке. Кто не знает, как установить картинку, то берете, подходите. Вам высвечивается такая кнопка, берете и можете любой предмет из своего рюкзака. Например, смотрите, я хочу машинку. И видите, картинка изменилась на машинку. Можно здесь неважно, что поставить. Любое. Сейчас вам покажу машинку. У меня тут есть колесо одно. Вот такое у меня... Вот такая машинка есть. Ну, короче, вот так. А, ребята, кому понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропускать самые новые видео. Так что, с вами была Саша, и всем пока!